Всем привет! Да! Всем привет! Скажи всем привет! Всем привет! Коля там пристегивает Максу кресло. Всем привет, котик! Сейчас пойдешь к себе. Котик, всем привет! Макс тут со мной решил посидеть маленько. Ну все, Максим, можешь идти. О, как быстро. Давай, уже ползай. Ночью стоит прям. Давай, закрывайся. Ого, он захлопнул. Давай, запрыгивай в лестницу. А, я же не рассказала, куда мы едем. Мы сейчас поедем в Леруа Мерлен. Будем все-таки покупать мы коврик в ванной, который у нас... Коврик в ванной. Будем покупать его в Леруа Мерлене, а не в ванной. Коврик для ванной будем покупать в Леруа Мерлен. 300 ковриков будем брать. Зачем нам 300 ковриков? Не знаю, один на один положим, вот так вот. Чтобы, знаешь, заходишь, короче, в ванну сразу. Хлоп с коврика. Это знаешь, как это? Ступеньки такие. Да-да, со ступеньки. Прыг! Туда, в ванну. Короче, ладно, мы поехали. Нам ехать тут совсем рядышком. На ступеньке. А, мы, кстати говоря, хотели влог начать же снимать дома, да? А получилось так, что снимаем в машине. Ну, как обычно получилось. Да, мы вечно в машине снимаем влоги. Пока собрались, мне, пока оделись. Мне, знаешь, что кажется, мы влоги, знаешь, когда в машине снимаем? Когда я, да, с тобой. Мы еще куда-то что-то едем, что-то где-то это самое. Когда вдвоем, короче. Когда втроем. Когда втроем, точнее, да. Мы уже в магазине. Тампон Макса. Блин, ничего не это. Тампон. Макса, не отрывай. Пум-пум. Он спрятал, чтоб ты не трогал. Что, мы за ковром, да, идем? За ковром, да, идем. За ковром. Пойдем за ковром. Это не ковер, это... Ну, коврик. Это, коврик резиновый такой. Максим, я тебе сейчас на пятки буду наступать. Пенный, я бы сказал, даже пенный. Ну да, он стоит 100 рублей. Можно хоть каждый месяц менять. Раз в месяц. Как за интернет прям заплатить. Столько народу, как будто сегодня выходной. Максим, ты, я сейчас на ноги наступлю. Ну, я и говорю. Иди со мной рядышком, давай за руку. А он, наверное, специально так идет. Давай ручку вот так вот. Оп, пойдем. Все, мы идем втроем. Так, ищем ковры. Максим захотел душевую кабину. Он в душ захотел просто. Какая кабина? Говорит, давай, стойте, мыться. Стойте. Будешь на вас мыться, Лена? Прям тут. Да, наверное, мыться. Не надо туда наступать-то. Да я же шучу тебя. Ну, он так, он сейчас залезет. Мыться будешь? Слушай, я тоже давно хочу душевую кабину. Это же как круто, прикинь, залез еще, знаешь, ну, с колонками, там, музыку включил, там. Ну, мне кажется, здесь такие не продают. Почему? А почему ты меня такую хочешь? Чтоб там можно было сидеть. Видишь, там можно, ну, сесть в уголок. Чтоб никто не уволок. Вот, смотри, вот она. Крутая. Ой, да она недорого стоит. А дай я тебе попробую. А чем она крутая? Сверху душ. Ну, тут встал, допустим, прикинь, вот тебя поливает. Прикажи. Либо самому поливать. Либо самому поливать. Только Макс не дотянется. Значит, если где-то видел душевую кабину, где разговаривают. Такая немножко затонированная. Вау! Тут целая комната. Нифига, какая крутая, слушай. Вот это крутая, да, кабина. Только мне кажется, что из нее выливаться будет все. Смотри, у нее там щель такая. Ну это же там делается, за спиной, что не выливалось пока. Крутая, да, конечно, вообще сколько стоит? Поддон 14, бок 13, дверь душевая 21, ого, экран. Что-то какая-то дорогая. Да, короче, она до хрена да, стоит. Устойчивый к механическим повреждениям. Смотри, мы, короче, пришли же за ковриком, да? Пойдем за ковриком. А купим душевую кабину, да? А смотри, вот еще какая есть. Ой, зеркало сразу. Ну вот, наконец-то. Мы нашли коврики. Вот мы нашли коврики. Ай. Стоят они 90 рублей. Ай. Это пена какая-то. Ай. Да, они хватают. С кораблями. Они одноразовые. А вот нормальный такой, зелененький. Давай такого возьмем здесь. Что-то они все какие-то ляпистые такие. Вот с якорем есть.
Какой-то тяжелый. Вот, давай с якорем возьмем. Давай. Максим, тебе нравится с якорем? Ну такой с якорем, тебе нравится, что? Да. Тут еще есть какие? Короче, сейчас мы выберем вот и какой-нибудь есть. Возьмем. Мы зашли в Окей, хотели взять немножко здесь водички попить. И что-то набрали пол тележки. Да не, мы там курочки взяли, взяли там майонез. Да. Коврик у нас был. Две курицы взяли, филе куриное, майонез. В общем, мы шаримся по Окею и, короче, захотелось креветок, и мы сейчас поедем за креветками. А помимо креветок нам надо купить еще сыр. Масло там. Сливочное закончилось. Возьмем эти креветки опять, эти здоровые. Как они, не креветки? Лангустины. Лангустины опять возьмем. Что-то так захотелось, капец. Да. О, арбуз. Арбуз хочешь взять? Ну, не знаю, либо дыню. Дыня дорогая, давай арбуз. Коля предложил взять последний арбуз в этом году. Он уже сразу завешенный, смотри. Да, на дыре. 146 рублей. Ну, блин, грех не взять. Интересно, они нормальные, нет? Ну, а давай вот этот возьмем. Вот этот? Ну. Давай. И завешивать не надо. Нет, мы все равно пойдем завешивать. Что, думаешь, сверим, неправильно? Не сверим, вдруг ты неправильно завешиваешь. Иди завешивай. Так, а что там арбуз? Именно не ставь? 74. Блин, это такая цена. Сходится 189 79. Прикинь, четко. Короче, он что вышел? 7 килограмм 625 грамм. Все, пойдемте на кассу или попить все-таки возьмем? Пойдем еще на кассу. Не, попить возьмем, пойдем на кассу. Максим, пойдем обратно. О, давай салат еще возьмем. Макс куда-то заехал, не туда. В горшочки давай, только нормальный надо выбрать. Выбери там какой-нибудь хороший. Вот это возьми, внимание. Ну да, бери вот этот. Да? Смотри, сколько у него корней. Ну, из горшка полезло. Давай дома вырастим, все мои. Да, я ну. Не вырасти. Все, мы поехали за креветками. Не успела оглянуться. Уже почти все съел, да? Фига ты ешь, капец. Надо не забыть еще взять сыр и масло. Да, мы едем сейчас в сыр колбаса, да? Как так называется магазин? В сыр колбаса едем за креветками. Не, ну просто здесь мы сейчас зашли в Окей, в общем, они надо было снять, показать. Там вот такие вот креветочки, вот такие вот, стоят. 1000 рублей стоят, и они все во льду. Да, ну короче, это жесть вообще. Там больше за лед платишь, чем за креветки. Молодец. О, вот ты что, все съел? Максим, надо не быстро их съедать, а как бы, ну... У тебя, короче, ну, ты на скорость, да, их ешь. Ты кому-то доказать, что ты хочешь, что? Мы не успели от магазина отъехать, он уже съел пачку, тик-так. Да, это капец. В общем, мы сейчас заедем, в сырокопласу там возьмем. Что мы там хотим взять? Масло, сыр, креветки. Да, креветок возьмем на раз поесть, ну и масло с сыром. Ну, не на раз, как бы, на несколько раз. Масло, я думаю, сразу килограмм надо взять. Чтобы было. Это у нас там заканчивается, там немножко осталось. Приехали домой. Вот такая вот у нас получилась покупочка. Взяли масло, целый такой брикет, 10 килограмм. Сыр российский взяли, полкилограмма. Потом эти, как их там? Лангустины. Лангустины, майонез сырный. Взяли попробовать, такой еще ни разу не брали. Рико. Да, брали. Асторию мы взяли. Асторию. Астория вкусная, этот еще не пробовали. Пепси взяли, сок взяли. Курицу взяли, две курицы взяли, а это филе куриное.
И вот гвоздь программы у нас. Салатик. Арбуз. Гвоздь. Гвоздь программы, но сегодня. Гвоздь арбуз. Да. А, еще обычный майонез взяли. Ну, он так-то это. Ну, вот когда мы в ленте брали арбузы, они такие, знаешь, это... Ну, этот прям твердый такой. Ну. Главное, думаю, чтобы сладкий был. Он должен быть сладкий стопудово. А еще мы хотим купить несколько арбузов, пока еще это возможно. Они как бы недорогие, и до Нового года попробовать сохранить, в гараж увезти. Не знаю, получится ли завтра, наверное, займемся этим вопросом. Завтра? Ну, посмотрим. Да, я думаю, сильно много не надо набирать. Ну, штучки три, я думаю, пробовать здесь. Ну да, Максиме что-то тут с пальцем произошло. Не видно. Короче, поцарапался маленько. А ходит, как будто ему руку оторвало. У меня в глазу сейчас сгибается. А это не сгибается? Да. Ну-ка, дай посмотри. Ну зачем сгибаюсь? Не сгибается. Смотри, он умирает. Я говорю, как будто руку оторвало у него. Такой вообще актеришка. Максим, да ты не бойся, сгибай это, нормально все. Все хорошо у тебя. У нас такой вообще, ну, плакса, капец. Максим. Все, он умер. Палец. Там ты видела, точечка такая. Он все, капец. При смерти, Максим. Давай скорую вызывай. Максим, что, скорую вызываем? Батрила типа по. Ой, я не могу. Максим, ты кушать будешь? Давай, ладно, короче. Давай сюда умирать. Сейчас. Знаешь, что надо сделать? Курицу разделать. Сейчас я обе курочки, да? Ну все, ладно. Сейчас я обе, да, курицы разделать? Ну да, одну заморозим, а одну будем готовить сейчас. Будешь арбуз, Максим? Сейчас он его откусит, смотри. Ну, да, он грязный. Сейчас, короче, я две курочки сделаю, получается, Света будет жарить курицу. Вот, а я займусь лангустинами. Да, Коля, как обычно, будет варить. Да, я буду варить лангустины, и потом еще картошечка у нас там, да, осталась. Да, разогреем ее. Да, разогреем просто, чтобы попадало. И будем кушать, садиться. Ужинать уже, да, наверное? Обедать? А, ну хотя по времени и не ужин, и не обед еще пока. Короче, посередине. Уже не обед, но еще не ужин. Ну понятно. Ну ладно, будем, короче, посередине там что-то. Нам еще и на вечер хватит, я думаю. Ну ладно, давай будем все убирать. В общем, тут Света решила еще булочки сделать. Да, решила. Что нам там надо? Что нам надо? Ну, молоко, да? Я думаю, все умеют булочки делать. Я не знаю, может, кто-то не умеет. Я все на глаз делаю, поэтому можете не спрашивать пропорции. Получается, у нас молоко, яйца. Молоко, яйца, мука, масло сливочное, растопленное. Вот у нас тут сердечко. Ага. И все, да? Вроде бы, да. Угу. А вот у нас курочка. Убирай ее. Нормально, вообще, у меня руки мокрые. Боня, ты что? Что ты делаешь? А что за фигня? Как она сюда вообще попала? Я первый раз вижу, что она здесь. Я тоже. Я вообще в шоке, если честно. Вот у нас курочка здесь, в общем, лежит. Сейчас мы ее будем отправлять в духовочку. На печку, представляешь, залезла, Максим. На печку? Ну. Вот сюда вот, прям где курочка лежит, смотри, прям вот сюда вот запрыгнула. Здесь была. Тут? Ну, представляешь? Офигела. Ты что, вообще офигела? Ну, вообще-то у нас туда никогда не лазила. Ну? Почему вообще залезла? Ты что делаешь? Я что-то тоже не понял. А я, короче, вот порезал себе палец, пока курочку разделывал. Поэтому я отстранен от работы. А что будет? Да я шучу. Сейчас я буду этот лангустины варить. У нас практически тут все готово. Осталось 3 минутки дождаться, пока эти сварятся. Усы торчат у них. Здесь картошку разогрели. Вот мне интересно, почему, когда картошку пюре разогреваешь на сковороде, она прям намного меньше ее становится. Так она же выпаривается, молоко оттуда. Что там, столько молока, что ли? Тесто тоже поднимается. Короче, все у нас прям... Максим, не балуйся. Я тебе...
А, кстати, курочка вот уже приготовилась у нас. Такая вот она золотистая получилась. Короче, там осталось что? Дождаться только лангустинов. Да, лангустины сейчас доготовятся. Еще они должны же в кипятке постоять на 5 минут. Угу. Постоят в кипятке, и все, мы начнем их чистить. А вот чистить, конечно, это вообще беда. Ну да. Вот сегодня у нас будет такой, короче, обед. Обед-ужин. Обед, переходящий плавно в ужин. Вот, вот так вот. Да, вечером булочки с чаем попьем. И все. Да. И спать. Вот и день прошел. А, еще же арбуз у нас лежит. Да, арбуз еще будем кушать. Короче, мы сейчас поедим вот эту еду, а потом будем есть. Может, арбуз на балкон вынести? Там прохладненько. Давай. Максим, открывай балкон. Вот такая вот у нас тут красотища на ужин. Или на обед. А Максима нету. Да, нифига у нас сегодня вообще прям такой ужин-обед прям. Да, сейчас я еще чаю всем сделаю. Максим, будешь чай? Да. Или ты молоко будешь? Молоко. Молоко. Курочка уже, наверное, остыла. Нет? Еще вроде пар идет. Сейчас попробую скажу. Ну, такая тепленькая. Короче, креветки долго ждали. Да, креветки тоже всего чистили долго. Да, если побелый. Хорошо. В общем, ладно, будем мы кушать. Всем, кто тоже кушает. Всем приятного аппетита. В общем, все, мы поели. Очень-очень плотненько так. Да, Максим? Что ты делаешь, Максим? Сахар ест. Ты что, сахар ешь? Чуть-чуть взял и все. Понятно. Света, в общем, тут делает булочки, потому что уже подошло тесто. Да. Очень вкусно. Вкусно, да? Да. Ну, сахар, конечно, вкусный. Вот, сейчас Света сделает булочки. Мы, наверное, пойдем маленечко кино посмотрим, да? Да, расскажи, какой мы фильм там нашли, интересный. Ева, да, какая-то, что-то я забыл. Агент Ева, что ли? Угу. Короче, наш фильм называется «Агент Ева». Он 20-го года. Ну, там боевичок такой. В общем, сейчас мы булочки все это долепит. Ты их сейчас, да, будешь ставить или не надо? Нет, они сейчас должны подняться сначала. В общем, булочки поднимутся и это... А, мы же пока кино смотрим, да, они поднимутся. Да, да, да. Потом они минут 10-15 будут выпекаться, и все. Потом Макс будет кушать, да? Да. Одну за одной. Да. Ну, в общем, ладно, давай лепи и пойдем кино смотреть. Булки будут, походу, вообще огромные. Почему? Ну, они, видишь, уже большие. И будут еще больше. Они поднимутся, да, и будут такие... Ну, не такие прям уж. Раза в два, наверное, поднимутся. Ну, зато Макс сразу одну булку взял и наелся. Ну, да. Максим, видишь, мама уже булочки сделала. Можешь кушать? Будешь? Бери, ешь. Ты в курсе, это все просто тесто. А, она еще не превратилась в булки, да? Ты что? Наверное, это сыпно там было. Где там? Там вон. А это что такое? Печки этой. А, я думал, волшебный шкаф. Убежал. Так, теперь надо это все накрыть полотенчиком. Давай ты накроешь. И мы пойдем смотреть кино. Пока мы смотрим кино, они поднимутся уже хорошенечко. А духовка у нас, кстати... Духовка у нас теплая. Волшебный шкаф. Прошло полчаса. Булочки прям так... Нифига себе! Расперла. Так это не булочки. Это толстуночки. Толстуночки. Это просто моя рука, да, если сравнить. Да, пол твоей руки. Надо было их это, ну, на два против мне сделать. Ну ладно уже. Что можно ставить? Зато как в магазине. В магазинах Макс такие булки покупает. Да. Ну, потом не можешь есть, да? А это что, помните, такое это? Ты пытался открыть, и у тебя не получалось? Я уже съела. И ты выдавил ее, да, оттуда? Нет, я просто на дне сами. А вот здесь ты как ел? Это вот что такое там? Что там за каша? Ты выдавливал оттуда, что ли? Нет. Ну, просто раздавилась. А как она так раздавилась? Не знаю, я так делаю. Она такая, все время там... Тонце. Опа. Чуть булки не улетели. Не улетели, да? Максим, ты что не сделал? Летающие булки. Сейчас мы поем булок, все.
наелся бы. Сейчас будем, короче, закидывать их в этот. Все, нету Максима. Максим, будем ставить булочки? Будем! Ну все, давай тогда. Все, ставим? Мам, я невидимка. Все, мам, я невидимка. Булочки приготовились. Прям такие мутантики получились. Да? Ну, нифига себе, они огромные вообще. Ой, это подгорело что-то маленькое. Ну, почему-то с той стороны маленько. Больше жарит, видимо. Надо их сейчас отсюда убрать. С этой штуки, с горячей. Такие вот булочки получились. Одна только подгорела. Они такие прям воздушные очень. Мягонькие такие прям. Ну, они прям такие, это... Там уж пусто. Ну, конечно, они же надулись. Видишь, они как поднялись сильно. Они такие тяжеленькие. Но они большие. Как воздушный шоколад, да? Прям мягкие-мягкие. Максим, я думаю, сейчас будет булку есть. Надо, знаешь, что придумать еще? Что? Поэтому сделать я вообще прям любил бы такие булки. Шоколад внутрь туда еще заливать как-нибудь. А, как синнабон, типа? Ну, типа, ну. Ну, можно что-нибудь придумать. Давай в следующий раз так сделаем, чтобы они внутри были с шоколадом, прям, ну, много-много шоколада, чтобы было. Давай. И прямо будет вообще огонь. А мы оп, и в лифте. Были дома, а стали в лифте. Смотри, у меня такие маленькие норки. А сейчас такие норки у него. Маленькие. Мы, короче, поехали покупать молоко. У нас закончилось молоко. Да, чтобы завтра утром попить кофе и никуда не идти. Да, поэтому мы решили сейчас ездить в магазин за молоком. Нет, сходить пешком. Пешком? Да. Нет, пешком далеко можно идти. Темно уже там. Мы оказались в метро. Приехали за молоком, купили еще рыбу. Будем готовить завтра рыбку на обед. А кто-то, кстати, тебя просил, да, помню, чтобы мы рыбу приготовили? Да, только я забыла, как называется эту рыбу, которую нужно было приготовить. А, нужно было какую-то определенную приготовить? Да, она в метро продается вроде бы. А, ну, в метро, но мы другую взяли. Мы лосося взяли, мы не стали ничего выдумывать. Лосося я уже готовила, а лимон надо еще взять. Вот точно, давай еще лимончик возьму. Мы вообще за молоком идем сейчас, только что мимо. А я просто мимо шоколадок пошел посмотреть, что там еще есть. Макс у нас, кстати, уснул в машине, пока мы сюда ехали. Ну, он спит в тележке. Он притворяется. Ну, он спать хочет уже. Мы его разбудили. Коля его в тележку закинул и катает теперь. Закинул, я его положил. Давай батон сразу возьмем. Мы просто еще хотим нутеллу, в общем, взять. И я там капец как хочу нутеллу поесть. И поэтому... Поэтому нужен батон. Да, свежий. Вот, кстати, есть молочный. 29-го. А сегодня какое? Сегодня 29-го. Нет, сегодня 30-е. А вот 30-е. Это помягче. Идем за молоком теперь. Максим себе еще взял какой-то десерт. Вот это все мое. Йогуртов набрал себе, да? Да. Да, все мое. А я себе взяла вот такой Даниссимо. Шоколадный дуэт. Первый раз такой просто... взяла. Поставим моё, да, и рыбку вот такую взяли, просто филешку. Тут моё лежит. Что-то я тоже взял? А, Коля. С черникой. Коля всегда такой берет. Они все, они прикинь, короче, ну, они стояли, короче, так вот внизу, а вот так вот, на уровне глаз стояли йогурты, короче. До 3 числа годные. То есть что там осталось 3 дня, да? Угу. А это до 18-го. Они стояли там внизу. Всегда так убирают подальше. Ну, ну. Максим, это не сметана, это йогурт. Я, говорит, всегда сметану ем. Это йогурт, Максим, черничный. Йогурт, Максим, с черникой. Сметана. Ну, Максим любит сметану, он просто ее ложками ест.
уже дома. Уже ночь. Уже ночь. Мы попили чай. И думаем, что уже пора. Я одну Аленку съела, там их кучу прям. Максу взяли маленьких Аленок, шоколадок. Кучу. Короче, пойдем мы спать ложиться. Да, Максим? Да. Макс уже спит. Ну, он хотел, чтобы я его до дома нес. Но у нас там было молоко, и поэтому пришлось нести. Ну, молоко, в смысле, не Макса. Макс пешком пошел. Да, помогал нам тоже нести. Он уже спать хочет. Да, все уже спать хотят. Да, и я тоже. Короче, пойдем и спать ложиться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите самые классные комментарии. Всем пока. Всем пока. Всем пока. И поставьте лайки. И напишите. Какие-нибудь классные комментарии.